Не, это просто привет, Мишка. Просто с Девентарта. Арт. Так, ладно, это допишу позже. У меня тут просто там. Сзади меня на. Возле стола, короче, кухонного. Лежит уже. Один. Сейчас, подожди, сколько их там лежит уже. Один, два, пять футболок, короче, лежит уже. И сколько-то пинов. Пойду сегодня отправлять. Похоже. Ну, там Эйприл скорее, вроде как. Ну, в смысле, Эйприл Райан. Это из Dreamfall. Ну, он жертв Dreamfall. Так. По-моему, нужно делать вот так. Здесь мне нужно вырубить звук. Мне, конечно, нравится алертно. Так. Пять футболок уже лежат. Сегодня пойду отправлять. Одна из них поедет в Нидерланды. И сколько-то там еще пинов, не помню. Три. Так, эти три Мартин. Там по одному почти везде, не помню. Много, короче. Да. Так что это... Если есть кому посоветовать, кто там очень хотел... Очень-очень хотел все это заказать и хочет, чтобы все это побыстрее прошло, то можно сегодня, не знаю, если еще, короче, есть часа два, примерно так, чтобы это, написать, заказать часа два-три, чтобы я сегодня вечером отправила, потому что в следующий раз я пойду отправлять на следующей неделе только. Там будет вместе с выигранным значком, тот, кто выиграет, короче, да. Потому что до 4 числа. И, ну, футболка, понятно, она там. До конца октября. Кто очень хотел, кто хочет брать, тем вот это вот. Можно подсказать. Так, мне нужна моя тетрадка. И вспомни, что мы делали в прошлый раз. Мы должны какому-то чуваку позвонить, по-моему, да? Еще нам нужно найти плоскогубца, насколько я помню. Эту фигню мы запаяли. Здесь должно быть 15. Это эти самые штуки мы получили. Дальше не знаю. Дальше нам скажут по ходу пьесы. Так. Как там консольный день? Завтра, наверное. Поиграю в Эдит Финч. Так, а где это? Это вот здесь. А, там еще нам на ногу же эта самая штука ехала. Наехала, и мы такие. А, так. Вот тут на нас наехала эта фиговина. Мы отсюда вышли. У нас есть карандаш Джой. Так. Карусель. Тут нам нужно позвонить какому-то челику как раз, да. И спросить, что как делать. Игры автомат мы все сделали. Дом с привидениями. Тут кто-то что-то пилит снизу. Но мы пока не можем понять, узнать, кто это. Там никак нельзя посмотреть на это дело. Это наша гостиница. Пойдем сходим, спросим про карандашик, что он там делал. Что ты хотела? О, стенография, это еще вот это вот. Вот тут вот, короче, вчера подняли. Так, давайте. Вы случайно не Так. знаете стенографию? Извини, нет.
Вы так? Общаетесь с другими людьми, которые работают после закрытия парка? Я не очень общительна. Я даже не помню, как они выглядят. Хорошо работает. Я на работу, работаю. После работы иду домой. Вот моя жизнь. Отлично. Кто-то включил американские горки, когда я стояла на рельсах. Мне едва удалось отскочить. Да ты что? Думаешь, кто-то сделал это специально? Может быть, ты сама нечаянно включила аттракцион? Не думаю. Все произошло как раз после того, как я взяла этот карандаш. Кажется, это мой. Но я не оставляла его там. И какой-то погрызенный карандаш вовсе не является доказательством моей вины. Джой, пока тебя не было, приходила Нэнси Дрю и что-то здесь выискивала. Ты что-то здесь выискивала? Я написала вам записку, ну, чтобы вы позвонили Эллиоту. Анализ сенсорных датчиков показал, что Нэнси Дрю проникла в кабинет во время отсутствия и произвела несанкционированный... Мы на стол посмотрели. Я просто делала работу, а... Ну вот эту фигню мы там нашли, она нам разрешила. Я не знала, что за мной следят. Папа был изобретателем. После его смерти я обнаружила... А, мы еще, не знаю, на столе, может быть, видели. ...в его кабинете. Он написал, что создал его специально для меня. В моей квартире мало места, поэтому я принесла его сюда. Когда ко мне кто-то приходит, я его накрываю. Как ты, наверное, заметила, он редкий болтун. Майлз, запоминающее чудо-машина! Не знает значения слова «болтун». Почему он называет себя запоминающей чудо-машиной? Как написал отец, он создал Майлза, чтобы я заново вспомнила детство. Он всегда переживал, что я не такая жизнерадостная, как он. Кто я, Майлз? Джой Трент – угрюмая и недовольная злюка. Папа вложил в него кучу программ с загадками. Они должны помочь мне вспомнить события детства, которые я давно забыла. По-моему, это очень интересно. Я так не думаю. Я не хочу вспоминать детство. Моя мама умерла, когда мне было 4 года. Просто нам гайд скинули новый. Прекрасный гайд. Тут очень много сейчас разборок. Интересно. Да. Все очень хорошо, но я пока не могу, наверное, все прям рассказывать. Еще не на все ответили. К сожалению, блин. Опа. Так, ладно. Моя мама тоже умерла, когда я была совсем маленькая. Может быть, я смогу вам помочь. Меня должно было бы разозлить то, что ты здесь шпионила. Но если честно, я думаю, что ты очень смелая. И это здорово. Вот я настоящая трусиха. Ну, привет, Кэжуал Кекс. К Майлзу. Расскажи нам первую загадку. Вот первая загадка. Слушай внимательно. Если хочешь забытую тайну узнать, серебряный приз из каюты попробуй достать. Я понятия не имею, о чем он говорит. По-моему, все это бесполезно. Не сдавайтесь. Может быть, мне удастся ее разгадать. Как хочешь. Yeah. Вряд ли я буду ждать этого с нетерпением. Серебряный приз. А, я, кстати, поняла вот эти загадки. Помните, я говорила, сейчас покажу. Вот это вот. Нам что-то нужно будет притащить. Я бы сейчас кажется, вот эту штуку. Я не помню почему. Ну, я играла, в смысле. Мне кажется, что ее. А про ложку серебряную, да, уже сказала. Это я помню даже сама, потому что меню здесь не просто так. Нам нужен десерт заказать, вот этот сюрприз. Я это помню. Я просто это реально помню. Диспетчер,
менеджер гостиницы слушает. Что вам нужно? Так, я хочу заказать сюрприз. Я хочу заказать сюрприз. Это невозможно. У нас закончилось мороженое. Ждем доставки с минуты на минуту. Так, я хотела ладно. Бы заказать гамбургер со стаканом молока. Один гамбургер и стакан коровьего молока. Скоро его принесут. Что-нибудь еще? Хорошо, нам нужно сюрприз это будет все. Заказать. Спасибо. Приятно было вам услужить. Там будет ложка серебряная. Потому что это называется, как там, бухта, или каюта, что-то там. Еще будет такая ложка, такая маленькая серебряная. Тут всякие такие приколы, они никогда просто так не бывают. В этом прикол. Да. И иногда, значит, тебе нужно что-то специально заказать, тут что-то взять или увидеть. Так. Окно, задание входящее. Ревью. Так, лимонный сок. Блин, нам это тоже нужно будет, я не помню где. Так, новости дома. Дорогая Нэнси, вчера после твоего отъезда Тога играл в гостиной со своей желтой игрушкой, и она закатилась под тумбочку с телевизором. Тога — это их собака. Я попыталась достать ее палкой, но не смогла. Теперь Тога лежит в гостиной и скулит. Он даже есть не хочет. Это же его любимая игрушка. Но не волнуйся, как только откроется зоомагазин, я схожу и туда и куплю ему новую игрушку. С любовью, Ханна. А Ханна — это их домработница. Так. На карандаш. Могу его применить куда-то, нет. Снять письмо с балки в подсобном помещении. Ага, так, спросить, знает ли кто-нибудь. Это нужно по этим самым походить всем. Сначала понятно. И они нам, похоже, и скажут про сюрприз. Вот оно что. Да, вот каюта капитана. Пойдем сходим к Энгрид. Нам еще что-то нужно было у нее спросить. Я не помню что. Но Нэнси помнит. И это замечательно. Закрыто. Окей. Если закрыто... Опа. Опа. Опачи. Так, это системы наблюдения. Окей. Мне нужна кассета. У меня нет кассеты. Гениально. Тырим кассету. Ежедневник. Три. Интересно, кто он такой? Единственный способ узнать — позвонить по указанному номеру. Позвонить утром для подтверждения. Луис Д. Золо. Это человек гамбургера. Что-то еще есть? Могу что-нибудь еще тут посмотреть? Нет. К
Кажется, Харлан следит за Ингрид. Какой код был? Я отвлеклась, блин. Наверное, лучше положить ее туда, где она была. Сейчас. Харлан следит за Ингрид. Так. Так, по-моему, было 7-0. 0-7-2. 0-7-2-6? Я просто пока записывала, вниз посмотрела. Еще раз. Ну, да-да-да, я знаю, что 42-21. 0-7-2-6. Ага, да, все правильно. Ну, пошли к Ингрид, Ингрид, вломимся. Так. Так. 0-7-2-6. Спасибо. Часики. Дорогие. Ух, какие дорогие часы. $20,000. Ну, с МНДС 20 на 200. Айсу. Ну, понятно, что хорошие часы должны быть дорогими, или как там это говорится? Там. Как там? Человек может быть сядет как угодно, но... По часам можно узнать. Считается. Так, компания Bentley. А ящик я могу смотреть? Позвонить ЛХ как можно скорее. Надо поговорить о результатах. ЛХ. Может, Лансу Хаффингтону? Найс вариант. Это 42-21 в массы. Просто в масса. Я помню, еще клип был у Анака. У него рейтинг был после катки. 42-21, и чат начал спамить эмоут. И он сейчас спрашивал, откуда у вас мод с моим рейтингом? Такое не помню, это где-то скидывали. Так забавно выглядело. Так. Ты ничего не открываешься, да? Ну, по сути, мы только узнали вот это. А если вообще оставлять так. Часы за $20? Стали где-то на работе, где какая-то хрень происходит. Так, почему это ящик, если это шкафчик? Ух. Эллиот, ты здесь? Нэнси, привет. Ты настоящая мечта любителя поговорить. Заходи, задавай мне вопросы. Да я к тебе всего лишь третий раз пришла, и тут в первый ты меня выгнал. Я не так часто к тебе прихожу. Я нашла эту квитанцию на полу. Кажется, вы недавно заказали крупную партию досок американской липы. Я возьму это, спасибо.
Ясно. Просто возьму, спасибо, я пока. Я знаю, что вы заняты, но, может быть, вы поможете мне разгадать загадку? Вы не знаете, что значит серебряный приз из каюты? Загадка? Я люблю загадки. Давай посмотрим. Так, тебе надо найти какой-то приз серебристого цвета. Так, посмотрим. Приз из каюты. Каюта. Может быть, это название гостиницы? Каюта капитана. А что значит серебряный приз? Серебряный приз? Приз. Это же часть слова сюрприз. Сюрприз. Десерт, который можно заказать только в гостинице «Каюта капитана». Это фирменное блюдо отеля. Подается с сувенирной ложкой. Вот тебе и серебряный приз. Эллиот, вы гений. Ну давай, Нэнси, загадай следующую загадку. Я жду с нетерпением. У меня пока нет. Больше не буду вам мешать. Как хочешь. Давай, чувак, разгадывай мне все загадки. Я не против. Сделай за месть робота. Так, пошли за мороженым. Женщина, дай мне мороженого. Диспетчер гостиницы слушает. Что вам нужно? Я хотела бы заказать сюрприз, если можно. 2480 калорий чистого блаженства, плюс одна сувенирная серебряная ложечка, скоро будут у вас. Что-нибудь еще? Спасибо, это можно все? Двойную спасибо. Порцию? Приятно было вам услужить. Это было восхитительно. Бухта капитана, Нью-Джерси. Так, пошли показывать этой девушке. Так, просто. Там больше нет никаких заданий. Так, такой ЛХ. Так, это позвонить нужно, позвонить. А давайте, наверное, сразу позвоним. Так, список. Тамент Луис Д. Государственная комиссия по надзору. Кабинет Луиса Дарли. Прошу прощения, что вы сказали? Я сказала Государственная комиссия по надзору. Кабинет Луиса Дарли. Значит, мистер Дарли работает с людьми, которых выпускают из тюрьмы? Так оно и есть, но сейчас его нет на месте. Хотите оставить ему сообщение? Да, пожалуйста. Не мог бы он позвонить Нэнси Дрю? По какому поводу? По поводу Харлана Бишопа. По-моему, мистер Дарли осуществляет за ним надзор. Харлан совершил что-то плохое? Я бы так не сказала, но... Вы знаете, когда его освободили? Вам придется подождать и задать этот вопрос мистеру Дарли. Так как вас зовут? Нэнси Дрю. Мой номер 523-555-4399. Это номер мобильного телефона, на который можно звонить в любое время. Я передам ему. Спасибо. Так, нам учили, кому позвонили. Так, вот этот Д. Это мы нашли в шкафчике у этого. Я не помню, как его зовут, у охранника, короче. Тинг. Так. ЛХ. Говорите. А, здравствуйте, это Ланс Хаффингтон? Точно. С кем я говорю? Меня зовут Нэнси Дрю, я работаю с Ингрид Кори. Я в некотором роде ее ассистентка. Она мне обо всем рассказывает. Правда? Она попросила позвонить вам и узнать о результатах. Все просто отлично. Ее план сработал. Я рад, что она мне его рассказала. Жизнь прекрасна. По крайней мере, будет прекрасно, когда закончится суд, и деньги будут переведены на мой счет. Кстати, мне уже пора идти. Меня ждут в суде. Напомните, как вас зовут? Нэнси. Нэнси. Когда вы позвоните в следующий раз, вы, скорее всего, будете разговаривать с миллионером. Пока. До свидания. Тинг или... Кто это? А, это этот. Вспомнила. Вы позвонили Тингу.
Простите, но я сейчас за... Привет, Шерп. Ловлю рыбу. А это значит, что вам придется перезвонить. Здравствуйте, нет, меня пока зовут нет. Нэнси Дрю. Мой номер 523-555-43-99. Я буду очень благодарна, если вы сами мне перезвоните. Отлично. Тинк — это чувак, который за каруселью следит. Там был его номер. Если вы хотите что-то сделать, то позвоните мне, было написано. Так, сейчас мы относим ложечку. А лошадь мы ищем. Опа, да. Звонит. Привет, это Пола. Просто о, решила Пола, проверить, привет. Как у тебя дела. Вообще-то хорошо, что вы позвонили. Что случилось? Я узнала кое-что о Харлане. Что? То, что он сидел в тюрьме? Я знаю. Знаете? Пок-чамп. Это были его первые слова, когда он пришел устраиваться на работу. Харлан сказал, что работая охранником, он раз и навсегда всем докажет, что он исправился. Я также выяснила, что Харлан использовал камеру наблюдения для получения кода доступа в мастерскую Ингрид. И он подходит под описание сокамерника того вора, который дал мне детектив Перрис. А вот это настораживает. Но все же я не буду подозревать его без более веских доказательств. Спасибо, что рассказала мне. Хорошо, до свидания, Пола. Как успехи? Уверена, Майлз хотел, чтобы мы принесли ему сувенирную ложку, которая подается вместе с десертом сюрприз в гостинице каюта капитана. Вот она. Давай отдадим ее Майлзу. Предоставь это мне. Приятного аппетита. Сканирование завершено. Объект правильный. Вы с мамой почти каждую неделю ходили в гостиницу каюта капитана, где подавали десерт сюрприз. Ты помнишь, Джой? Десерт сюрприз. Конечно, я помню. Я была такой маленькой, что мне приходилось забираться к маме на колени, чтобы достать до стола. Как бы я хотела вспомнить ее лицо. У вас нет ее фотографии? Джой, ты была совсем маленькой, когда умерла твоя мама. Ты была расстроена и рассердилась на нее. Отец не успел тебя остановить. Ты уничтожила все фотографии своей мамы. Я это сделала? Не может быть! Но папа говорил, что это он избавился от них. Он считал, что некоторые вещи лучше забыть. О боже, так это по моей вине не осталось ни одного ее снимка. Я уверена, что ваш папа скрывал правду, чтобы не ранить ваши чувства. Чем старше становился твой отец, тем больше он понимал, что жизнь — это воспоминания. Он осознал, что даже в хорошей жизни есть место неприятным воспоминаниям. Вот почему он создал Майлза. Запоминающую чудо-машину! Вот вторая загадка. Она написана на этом листке. Возьми его. Просто есть вопрос. Откуда ты достал эту бумажку? Ее вроде не было, нет? Но ведь на листе ничего нет. Да там лимонный сок. Вы с мамой любили играть в эту игру, Джой. Это изи. У нас и утюг есть. Я понятия не имею, о чем он говорит. Не отчаивайтесь. Если ты все еще хочешь мне помочь, то продолжай, Нэнси. Я чувствую себя так, будто открываю дверь. Мне страшно, но я знаю, что должна ее открыть. Я сообщу вам, если что-нибудь узнаю. Большое спасибо за помощь. Ладно, ладно.
Ну, это просто очевидно. Так, Джой. Первые 8 нот твоей любимой органной мелодии плюс губная гармошка таланта равно счастливый Майлз. Органную музыку не знаю. Гармошку я знаю, где взять. Немножко таланта, понятия имею. Вот это все остальное. Так. Так. Сейчас. Так, пахнет лимоном. Классно. Так, задание. Ингрис Лансом. Любимую мелодию нужно узнать. А любимая мелодия будет на карусели. Вот. Я уверена. Карусель же с мелодией. Запоминающийся, вот все прочее. А Джой с детства, получается, здесь гуляла. Значит, она любила кататься на карусельке. Профи. Изи. Изи. Так, давайте сюда сначала. Да. Это Пола Сантос. Я стою перед тем, что раньше была гостиницей каюта капитана. Что случилось? Начальник пожарной охраны... Блин! Забыл выключить утюг в твоем номере, и поэтому гостиница сгорела. О нет, я забыла его выключить. Ты в парке аттракционов, а не на балу. Что тебе понадобилось гладить? Листок бумаги. Что? А вообще я не хочу это слышать. Когда я тебя пригласила? Я собиралась платить за один номер, а не за всю гостиницу. Считай, что ты отстранена от дела. Гладить, не знаю, футболку погладить. Умно, забыла. Сейчас. Держи, эта дичь тоже работает на... Так, все, что? Нравится все. Ладно. Так, губная гармошка. Раз. Два. Три. Так. Гармошку мы взяли. Как успехи? На листке бумаги, который дал нам Майлз, написано послание лимонным соком. Мы должны сыграть первые 8 нот вашей любимой мелодии механического органа на губной гармошке. Моей любимой мелодии механического органа? Я даже не знаю, что такое механический орган и где взять губную гармошку. Так, секунду.
интересное. Так, еще простите. Механический орган звучит во время движения карусели. Бубная гармошка – один из призов. Джой, ты постоянно играла маме на губной гармошке. Твоей любимой мелодией была та, которую ты слышала на карусели. Этого не может быть. Я никогда не каталась на карусели. Я считала, что это глупо. Все аттракционы казались мне глупыми. Майлз, это все, что ты нам можешь сказать? Я могу дать тебе одну подсказку. Мелодия на третьем свитке. Конец подсказки. Дело за тобой, детектив. Я ничем не могу тебе помочь. Я сообщу вам, если что-нибудь узнаю. Я буду здесь. Кармашку мы взяли. На карусели есть. Вот это вот. Вот Динг. Он нам еще не позвонил. Все это очень похоже на механическое пианино моей тети. Интересно, что надевается на этот штифт? Сюда нужно свиток надеть, да? Раз. Ничего трогать не будем. Так. Так, клеточка. А можно дальше куда-то пройти, нет? Нет, нельзя. Так, Ингрид, are you here? На этот. Привет, Нэнси. Привет. Как дела? Так. Вы хорошо знаете Эллиота Чена? Не очень. Но я заметила, что у него какая-то странная аура. Она темная по краям. Это необычно для художника. Но все же его аура не такая темная, как у Джой. С ней точно что-то не так. Темная аура. Почему вы так думаете? Okay. Она скрывает какую-то страшную тайну. И от чего-то скрывается. От чего-то, чего она боится. Ну и ест слишком много карбонатов. Не говоря уже о карандашах. Я забрала ваш паяльник у Эллиота и починила устройство. Он часто берет у вас инструменты? Очень редко. Вообще-то он плохо разбирается в технике. Я так понимаю, вы знаете Ланса Хаффингтона, человека, который пострадал при аварии на американских горках? Ну, не то чтобы знаю, я с ним разговаривала. О чем вы с ним разговаривали? Послушай, на что ты намекаешь? Может быть, вы сообщники. Он покупает билет на аттракцион, вы отключаете энергию, горки резко останавливаются, Ланс заявляет о травме шеи и подает на парк в суд. Деньги вы делите. Предположение интересное, только совершенно неверное. Я звонила ему и сказала, чтобы он растирал шею настойкой лесного ореха и лаванды. Если его шея действительно повреждена, это поможет. Почему ты так хочешь меня в чем-нибудь обвинить? Потому что, судя по всему, у вас появились огромные доходы. Nice. И это явно не ваша зарплата в парке. Интересно, откуда они? У меня есть еще один источник дохода. Но это не то, о чем ты думаешь. Я помогаю кое-кому разрабатывать проект американских горок. Я даже одолжила этому человеку чертежи наших горок. Лишь для того, чтобы он ознакомился с ними. Я держала это в секрете, так как меня могли неправильно понять.
Этот человек знает, что я рискую, поэтому он платит мне большие деньги. А теперь твоя очередь. Ты здесь что-то выискивала? Как ты сюда попала? Кто-то заснял на камеру наблюдения, как вы вводили код доступа. Я увидела эту запись. Харлан. Его злит то, что он не может попасть в мою мастерскую, но следить за мной... У этого парня серьезные проблемы. Что касается тебя, я была бы рада, если бы ты никогда больше не появлялась в моей мастерской. У меня много работы. Пинк слушает. О, е! Здравствуйте, меня зовут Нэнси Дрю. Никогда о вас не слышал. Я знаю, я помогаю миссис Сантос узнать, что произошло с американскими горками, из-за которых закрыли парк. А почему вы звоните мне? Я отвечаю за карусель, а не за горки. Ну, на самом деле, это долгая история. Мне нужно узнать название мелодии на третьем свитке для механического органа. Зачем? Вот здесь и начинается долгая история. Сейчас у меня нет времени на долгие истории. К тому же, откуда мне знать, что вы знакомы с миссис Сантос? Ну ладно. Чтобы узнать ваш номер, нужно было открыть орган. А чтобы его открыть, нужен пропуск, который можно получить только в том случае, если... Если вы знаете миссис Сантос. Да-да-да, к сожалению, есть одна проблема. Я не знаю, какая мелодия записана на третьем свитке. Вам придется его прослушать. А где найти третий свиток? Он лежит в шкафчике, в подсобном помещении карусели. В том, который закрыт? 18939. Это код. Кстати, есть еще кое-что. У вас, наверное, возникнут небольшие проблемы с установкой свитка, потому что... Ничего себе! Наверное, я скоро поймаю самую крупную рыбу, какую только можно найти в Клондайке. Если, конечно, смогу ее вытянуть. Сейчас она висит у меня на крючке. Мне пора. Тайминги, найс. Так. Ладно, у меня пока нет загадок с тобой. Так. Мне нужно вот сюда. А про это он, может быть, нам еще перезвонит. Ну и мы тоже еще что-то увидим. Так. Восемнадцать. Девять. Три. Девять. Посмотрим. Майл сказал, что мелодия находится на третьем свитке. Наверное, свиток. Это то, что нужно. Окей. Это прикольно. Так, это ящик со свитками. Может быть, когда-нибудь я буду проходить это все заново, и эта тетрадка будет полезна. Потому что лазать и прохождение это неинтересно. Интереснее самому писать. Так. Стифт для свитков сломался. Нам нужно найти новый, да? О, а я могу... Куском штифта? Не могу достать. Да, блин, серьезно? А карандашом? Не могу достать. Не могу достать. Как бы достать? Эллиот. Хорошо, перерыв.
Мне нужно сделать новый штифт для механического органа. Можно я воспользуюсь вашим станком? Я буду аккуратной, обещаю. Конечно. Там станок, деревянные бруски, защитные очки. Работай на здоровье. Мне нужно уйти по делам. Постарайся ничего себе не отрезать. Эллиот записал номер этого человека. Стоит и мне сделать то же самое. Можешь сами посчитать? Не Черная роза. Есть везде, окей. Все это интересно, пока тебе не выбьет глаз. А нам нужно замерить. Здесь что-то не так. Очки лучше оставить здесь. Привет, Нэнси. Как дела? Спасибо за помощь. Запомни, ниацин. Так, подождите, а где была линейка? Тебя? А, да, у него. Я почему-то думала, что у нее. Так. Ага. 1, так. 2,5 нужно третью сделать. Позицию.
7. На 12 должна быть вторая. Вот. И это до 11. Вроде как. Сейчас попробуем. Мне нужна деревянная заготовка. Как ты впихиваешься сюда? Так, на... Может быть, это лучше. Так, наверное, на 3. Это нужно до... Седьмой. Здесь что-то не так. Может, прям тут начать? Раскачать? Ну, да. Ну, это ж для детей. Здесь что-то не так. Очки лучше оставить здесь. Почему линейка с одной стороны, вот это вот с другой? Так. Где эти палочки? А, нет, тут. Вот. На второй. 2 и 5 должно быть. Конечно, на 3 мы точно пилим полностью. Когда это 3. 7 это половина. Так вот, на... Ага. На 11 тоже должно быть распилено, а между 12 и 11... Сейчас попробуем снова. Ой, что за коробка? Это похоже на лошадиные хвосты. Прикольно. На 3. Ну и пиливаем. Вот тут точно должно быть вот так. А вот здесь, наверное, сейчас так. Здесь что-то не так.
Очки лучше оставить здесь. Да зачем? Мы еще ничего не сделали, я оставила бы на, у себя на голове их. 12. Должна быть какая-то маленькая, прям не знаю. Прямо с другой стороны. Ну вот тут это точно правильно. Здесь что-то не так. Очки лучше оставить здесь. Что не так? Что ей не нравится? Ну, все. Да, оно такое же. Что это? Фильм это? Ладно. Где эта пилительная хрень? Все так же делал. Сейчас, окажется, там, не знаю, нужно на миллиметр куда-то сдвинуть. Она сдвинется. Говорила, что прохождение неинтересно, да? Так. Ты это сделал. Тут еще пасхальные яйца есть. Так. Сейчас, короче, я буду делать почти то же самое. Мне больше не нужна. У меня уже есть такая. Я не нажимала туда. Так. Передвиньте на уровень 3. Нужно с 3 сантиметров было это делать, а не с 2. Вот оно что. Пока забец не найден. О, серьезно. Я думала, оно тут засчитается. Почему оно не на нормальные равные части делают, а не какие-то кривые. Так, на 12. Опа. Все отлично. Идеально. Так, тут подожди. Тут должно быть да, с 3-го. У меня само написано, что 3-е, но да. С 3-го до 11-го. Самое левое. На 12-м. Самое правое.
самое левое. Окей, хорошо, я понял. Очки лучше оставить здесь. Так, хотя нет, подождите, там было пасхальное яйцо, я хочу пасхальное яйцо. О них сам не догадаешься. Так, пасхалка. Это же картина известной художницы. Так, чтобы сделать пасхальное яйцо. А нет, стоп, его у меня нету. Где его взять? А где пасхалку взять? Пасхальное яйцо, где оно берется? Оно берется у этой. Я не могу найти этот пиксель. Ладно. Не будет пасхального яйца. Да. Так, ладно. Мы починили эту фигню. А я могу. Не могу достать. Ясно. Отсюда выходит воздух. А. Я поняла, зачем нам эти фиговины нужны были. Так. Нужно прикрепить их к трубкам. Да. Это нужно прикрепить. Скотчем. Ля-ми-тьё. Ля-ми-ре. Фами. Так, дальше уже сложно что-то. Ля ми. Ре
До-си-ля. Вроде так. Нэнси Дрю, пожалуйста, немедленно зайди в здание охраны. Повторяю, немедленно. Что такое? Я только что разговаривал по телефону с миссис Сантос. Откуда ты взяла, что я шпион, да к тому же еще и вор? Извините, но я подумала, что она должна знать. Да ты ничего не знаешь. Я не имею отношения к кражам в парке. Да, я сидел в тюрьме, но это не значит, что я замешан в каждом совершенном преступлении. Просто когда я обнаружила, что вы следили за одной из своих коллег... Я не следил за ней. Просто я думал, что смогу лучше выполнять свою работу, если у меня будет доступ к любому помещению в парке. На всякий случай. Ну хорошо, может, я перестарался. Может быть, я не должен знать коды доступа. Просто эта работа значит для меня все. Хорошо, я мы не поняли. Хочу ее потерять. Хоть плакать. Я тоже поспешила с выводами. Извините, до скорого. Все, все довольно. Как успехи? Кажется, все отлично. Я знаю мелодию, и у меня есть гармошка. Давай, сыграй ее Майлзу. Мои акустические датчики готовы. Играй. Так. А в чем разница между... Так, нет, простите, вот это я спешу. Потому что я не... Это, у меня нет музыкального образования, я не шарю. Так, постой. Ля, ми, ре, ми, фа, ми, ля, ми. А вот эти можно даже не писать, да? Ну, окей. Ладно, наверное, верхняя. Ля... Ми, ре, ми, фа, ми, ля. Ми, ре. Я помню. О, окей, песню. Ладно. Я каталась на карусели. Сработало. Снова и снова, и всегда на одной лошадке. На одной и той же черной лошадке. Ты любила кататься на карусели и особенно на одной лошадке. Эта лошадка не была самой красивой, но тебе она была милей всего. Как ее звали, Джой? Я не помню. Ее имя так важно? Я ничего больше не скажу до тех пор, пока ты не вспомнишь имя той лошадки. Ты так ее любила, что твоя мама купила ее тебе. Так это она выкупила лошадь с карусели. Интересно. Тогда должен быть какой-то документ об этой покупке. Я ее не видела, но может быть она все еще где-то здесь? Я сообщу вам, если что-нибудь узнаю. Я буду здесь. Это вот этот вот документ. Нет, не вот этот, а... Вот. Угу. Так, я обошла все магазины в нашем городе, потому что ни в одном из них нет желтых пищащих крышек. Что, кто? Пищащих игрушек. Тога так и не хочет отдохнуть, отходить от тумбочки и все еще отказывается есть. Я уже начинаю волноваться, ты знаешь, как я волнуюсь, когда кто-нибудь из вас плохо ест. Пришлось даже позвонить твоему отцу. Он пригласил на вечер двух рабочих, которые отключат все кабели и подвинут тумбочку. Честно говоря, ему не очень понравилась такая идея, но я сказала, что она понравилась бы тебе. С любовью, Хана. Дима, выключить утюг.
Так, 57, 58. 59. Тут больше нет. Вот, я не знаю, как снять письмо. Мне кажется, нам нужно очень перевести записку. Проверять почту. Мы проверяем почту. Еще их нет. Не знаю. Нет. Ой. Алло. Это Луис Дарли из Государственной комиссии по надзору. Насколько я понял, вы хотели поговорить о Харлане Бишопе. Да, здравствуйте. Вы знаете, в какой тюрьме он сидел? Он отбывал свой 30-месячный срок в государственной тюрьме Бейсайда за подделку чеков. Его освободили 5 недель назад. А он когда-нибудь был в тюрьме Нью-Джерси? Нет. У него когда-нибудь был сокамерник по имени Чес Даннинг? Нет. Насколько я знаю, сейчас Харлан работает охранником в парке аттракционов «Бухта Капитана». Вы ведь неспроста задавали ваши вопросы. Он сделал что-то плохое? Этот Чес Даннинг или как-то там. Это чувак, который кучу вещей украл из гостиницы когда-то давно. И его там подозревают тоже. Что как-то причастен. Нет, это все, что я хотела узнать. Ну, надеюсь, я вам помог. Да, очень помогли. Большое спасибо. Тогда желаю удачи. До свидания. Так. Черная лошадка. Которая ей нравилась. Это как раз таки украденная, да? Вон. Я так думаю. Эрио, ты уехав иди. Что случилось? Я заметила у вас картину одной известной художницы. Мы познакомились в прошлом году на выставке. Она настояла, чтобы я взял эту картину. Она думает, что я супер. Какого цвета был хвост украденной лошади? Я не помню, но я могу отыскать фотографию и посмотреть. Вы уверены, что украденная лошадь была сделана не Кеслером? Конечно. Ну, больше не буду вам мешать. Дело твое. Ты всегда роешься в чужих вещах? Простите. Да, всегда. У тебя нет идей? Привет, Нэнси. Как дела? Спасибо за помощь. Разумом можно увидеть больше, чем глазами. Да-да, спасибо. Как мне достать эту хреновинку? Что, у нас ничего интересного? Так, извини, как ты знаешь? Я не хочу сейчас разговаривать. Я очень расстроен. Может быть, потому, что кто-то наговорил про меня гадостей. Там они говорили, мы просто говорили факты, что ты следишь за кем-то. Увидели, вот. Закрыто. Ничего нельзя забрать. Похоже, нет.
У меня есть такое ощущение, что у нас тут, короче, запрут. Нам нужно будет отсюда выбираться. Я не помню, я просто говорю. Замечательное место для этого. Так, а здесь? Аварии, стоп. Вообще ничего не полезного. Джой. Может, ты будешь разговаривать? Удалось узнать имя? Я все еще работаю над этим. Что ты хотела? Я сообщу вам, если что-нибудь узнаю. Я не знаю, что делать. Здесь. Нужно даже найти Тинку позвонить еще раз. Как достать эту фигню? Я хочу достать письмо, все там все остальное, пожалуйста. Достань с помощью ее. Как. Ее можно купить здесь. Да? Вот это, да, наверное. Так, идеально. Идеально. Еще раз был Анна Кеслер. О, да. Давайте прочитаем этот текст. Сейчас кое-что проверю только. Так, здесь еще не пишешь. Тут-то. Августа 1913 года. Дорогая Амелия, работа идет медленно, но все же идет. Я только что закончил четвертую лошадку, и пока она мне нравится больше всех, я назвал ее Вереск. Мне всегда нравилось это неприхотливое растение. Каждый вечер в танцевальном зале над моей мастерской играет музыка. Каждый вечер над головой раздается топот сотни ног. Танцевальный зал раньше был там, где дом с привидениями сейчас. И, значит, короче, то, что мы слышали в прошлый раз, что там что-то пилили, там в мастерской кто-то что-то пилил. Когда я пожаловался мистеру Руссо, он сказал, что если бы я работал днем, как и все люди, тогда музыка не мешала бы мне.
Он не понимает, что я могу работать лишь когда на землю опускается ночь. Темная, опасная, неизведанная. Я ведь так на нее похож. Но ты это, конечно же, понимаешь, милая моя. Ты единственный человек на этой земле, который меня полностью понимает. Я безумно по тебе скучаю. Радиатор стоит без дела за дверью моей мастерской. Такой же холодный и тяжелый, как и мое сердце в ожидании твоего возвращения. Ты должна вернуться ко мне, Амелия. Твой дед не сказал мне, где ты теперь живешь. Я пообещал ему, что все наладится. Это я сейчас обещаю себе. Но только если ты вернешься. А если ты не прочитаешь это письмо? А если оно вернется нераспечатанным? Что и произошло? Или еще хуже, если ты никогда не вернешься, я не вынесу твоего отказа. Наверное, я отошлю письмо завтра. Мне страшно делать это сегодня. Я не могу рисковать. Я боюсь твоего отказа. Я очень тебя люблю, навеки твой одинокий и любящий Рульфи. Танцевальный зал? Теперь на его месте дом с привидениями. Мастерская Кеслера была под тем зданием, в котором позже сделали дом с привидениями. Интересно, она все еще там? Отлично. Блин, там пишется, что стенография есть в этой самой. Но не могу ее найти, понять. Короче. Пятьдесят девять это вот это. 57 это лимонный сок. Поиграем в флажки. Это же весело и интересно. Так я не вижу больше подходящих. Нет, вижу. Найс. Русская стенография. Пойдем. Что мы должны сделать, да? Пошли дом привидениями. Закрыто. Найдем мастерскую.
Какой знакомый символ? Какой знакомый символ? Какой знакомый символ? Какой знакомый символ? И что, и как оно? Так, ладно. Эту фигню мы посмотрели. Я просто уже прохождение открыла, я не знаю, что я не сделала. А, можно позвонить этому чуваку, который работает здесь. Так, эти бесполезные все. О, еще вот этому нужно чуваку позвонить, точно. Забыла. Больше звонков. Буков слушает. Меня зовут Нэнси Дрю. Я читала вашу статью о Рольфе Кеслере в журнале для коллекционеров. Я написал ее несколько месяцев назад. Но поскольку вы хороший специалист по каруселям и много знаете о Кеслере, я подумала, вы сможете ответить на пару вопросов. Я постараюсь. Вы случайно не слышали о лошади, которую недавно украли в парке аттракционов «Бухта Капитана» в Нью-Джерси? Она была вырезана Рольфе Кеслером. Да, слышал. И мне это показалось очень странным. Видите ли, с месяц назад кто-то позвонил мне и спросил, сколько может стоить одна из таких лошадей. Правда? А вы знаете, кто именно вам звонил? Нет, он никогда не называл своего имени и не говорил, откуда звонит. Неужели я подтолкнул кого-то подделывать шедевры? А сколько могла бы стоить лошадь, вырезанная Кеслером? Это зависит от ее состояния, а также от того, на внешнем круге она стоит или на внутреннем, является ли она ведущей. Стоимость таких лошадей колеблется от 80 до нескольких сотен тысяч долларов. Ничего себе! Это довольно большие деньги. Да, но за свою жизнь Кеслер вырезал лошадей только для 5 каруселей. Так что его лошади не только красивые, но и редкие. Особенно, если речь идет о ведущей лошади. А ведущей лошади? Это лошадь с внешнего круга, которая стоит перед колесницей, в которой тоже можно сидеть. Обычно это самая красивая лошадь на всей карусели. И самая ценная. Вы слышали о том, что карусель в бухте Капитана считается заколдованной после кражи лошади? Да, этот замечательный образец романтической чепухи я слышал. Вы случайно не знаете, зачем кому-то понадобилось сделать так, чтобы карусель включалась и выключалась сама по себе? Конечно, знаю. Кто-то хочет привлечь общественное внимание. Тот, кто выкрал лошадь, хочет, чтобы люди узнали об этой краже. Когда украденная лошадь появится на рынке, у него не будет отбоя от покупателей. Но мы же говорим об украденной вещи. Неужели найдутся люди, которые захотят купить то, что было украдено? Мы говорим о черном рынке. Воры крадут прекрасное творение, на которое в среде коллекционеров всегда найдутся покупатели. Если кто-то действительно украл лошадь с карусели, чтобы заработать на ней, что бы он сделал дальше? Как он сможет ее продать? Ну, возможно, вор найдет себе сообщника, который организует своеобразный аукцион между несколькими покупателями, чтобы хорошо повысить цену. В таких случаях помогает интернет. Спасибо за информацию. Приятно было поговорить с вами. Звоним еще этому чуваку. Тим,
Пинг слушает. Здравствуйте, это Нэнси Дрю. Вам удалось поймать ту рыбу? Я не хочу об этом говорить. Вас устроит такой ответ? Я хочу узнать, кто украл лошадь с карусели. Что вы об этом думаете? Наверное, это были дети. Они любят проделки такого рода. А может быть, кому-то просто понравилась ночь, и он захотел забрать ее себе. Ночь? Так звали ту лошадь. Ночь. Кеслер давал своим лошадям имена. Он писал их на уздечках. Удачной рыбалки. Так, спасибо. Ее звали Ночь. Окей. Понятно. Одежья. Может, что не полезно, нет? Нет. Так. Ночь. Так, перед каретой была ведущей. Понятно. С кем еще можно поговорить? Удалось узнать имя? Я все еще работаю над этим. Что ты хотела? Я сообщу вам, если что-нибудь узнаю. Большое спасибо за помощь. Это я сделала. Стенография. Да нет стенографии. Не очень понимаю, где это взять вообще. Чем прикол? Так, мне нужно позвонить кому-нибудь, я думаю. Где пацаны? Давайте, вы умные. Расскажите мне, что делать. Алло? Привет, Фрэнк. Это Нэнси. Возьми трубку. Вообще-то он, наверное, не хочет с тобой разговаривать. Почему? Потому что тебе еще нужно раскрыть дело о странных событиях в парке аттракционов. Он весь зеленый от зависти. Привет, это Джо. Слушай, Джо, это Нэнси. Я не хочу с тобой разговаривать. Ну, что я тебе говорю? Эй, я просто пошутил. Прошу прощения, я отлучусь ненадолго. Посмотрю в зеркало на мое зеленое лицо. Джо, хватит дурачиться. Прости. Так как там hey. Оказалось, что один человек, который сидел в вагончике американских горок во время их остановки, подал в суд, чтобы получить компенсацию за травму шеи. Ну, девочки и мальчики, кто знает, что такое мошенничество при страховании? А что, если кто-то затеял судебное разбирательство, предоставив ложную информацию? Может, это и был изначальный план преступника? И, может быть, у него есть сообщник в парке? Напарник подстраивает остановку аттракциона, тот парень подает в суд, а компенсацию они делят пополам. Внимание, девочки и мальчики. Может быть, это и есть мотив? Можете подсказать, что мне делать дальше? На таком расстоянии я могу сказать только одно, Нэнси. Когда ты была под каруселью, ты что-то пропустила. Осмотри ее еще раз. Может быть, то, что тебе нужно, лежит прямо под носом. Мне пора идти. Удачи, Нэнси. Постарайся не попадать в неприятности.
Серьезно. Я думала, туда без фонарика нельзя. Все хорошо. Все хорошо. Интересно, что это? Отлично. Если я не выберусь, мне конец. Дом с привидениями. Закрыто. Тут еще и ключ какой-то. Серьезно, могу карандашом закрыть? Нет. Так, есть какой-то ключ. Окей. Мы взяли какую-то фигню. Давайте Бэс позвоним еще. Может, это реально важно? И позвонить? Вдруг это правда важно? Да? Привет, Бэс, это Нэнси. А, Нэнси, привет. Ой, ты явно не ожидала меня услышать. Вообще-то да. Ясно, кто он и где ты с ним познакомилась? О, Нэнси, его зовут Нэнси, он такой симпатичный. Он работает продавцом в кинотеатре торгового центра. Симпатичный парень с огромным запасом жевательных конфет и сахарной пудры. У нас новое увлечение. О, Джесс, и ты здесь? Пока еще да. Бесс меня чуть не убила, когда неслась к телефону. Бэс, что случилось с определителем номера? Родители его отключили. Просто она не поднимала трубку, когда ей звонил какой-нибудь неудачник, с которым она не хотела разговаривать. Маме Бэс надоело, что телефон звонил, не переставая. Не всегда звонили одни неудачники. Иногда я просто строила из себя недотрогу. Ладно, как там дела в парке аттракционов? Я познакомилась с охранником Харланом Бишопом. Хороший парень. Вот только когда я спросила его о том, где он раньше работал, он стал говорить уклончиво. Он симпатичный? Бэс, а какая разница? Джесс, некрасивые люди озлоблены на весь мир. И именно поэтому совершают преступления. Я где-то это читала или слышала в ток-шоу? Он дал мне карточку на все аттракционы и игровые автоматы парка. К сожалению, почти все аттракционы закрыты. По-моему, он пытался тебе льстить. А мы знаем, что это значит, правда, Бэс? Список подозреваемых. Думаю, я знаю, зачем кому-то понадобилось красть лошадь с карусели. Воры искали драгоценности, спрятанные в ней после ограбления в гостинице. Спрятанные драгоценности? Мне это нравится. Это же почти клад. Но если это так, то почему к
карусель продолжает вращаться сама по себе? Пока не знаю, но детектив, который расследовал дело об ограблении гостиницы, помогает мне это выяснить. Не обращай на нее внимания, Нэнси. Я думаю, ты на верном пути. Ты никогда не ошибешься, если дело касается драгоценностей. На рабочем столе Ингрид была брошюра с изображением спортивной машины «Пандора 2XS». Да это же самая крутая тачка в мире. По крайней мере, одна из самых дорогих. Наверное, она зарабатывает кучу денег. Или же у нее скоро будет много денег. Дело принимает другой оборот. Девчонки, я должна вас кое о чем попросить. Я нашла записку со стенографическими знаками. Я очень хочу ее прочитать, но не знаю стенографии. Ничего больше не говори. Мы что-нибудь поищем и пришлем тебе. Ты уверена? Я даже не знаю, как пишется стенография. Мы позвоним тебе, как только что-нибудь найдем. Серьезно? Что значит мы? Я наконец-то поговорила с главным художником парка Эллиотом Ченом. Первая наша встреча была неудачной, но сейчас он очень приветлив. Вопрос в том, не слишком ли он приветлив. Да, может быть, он просто хочет отвести от себя подозрения. Возможно. У меня такое чувство, что он знает о карусели больше, чем говорит. Ага. Кажется, очередной кандидат в список подозреваемых. Меня чуть не переехал вагончик американских горок, когда я все там осматривала. И мне кажется, что это была не случайность. Кто-то пытался тебя убить? Как раз перед тем, как это случилось, я нашла погрызенный карандаш Джой. Но она говорит, что не знает, как он туда попал. Нэнси, держись подальше от этого аттракциона. Займись каруселью. Неужели это говорю я? Оказывается, Ингрид звонила Лансу Хаффингтону, чтобы рассказать рецепт средства от боли в шее. Или она просто так говорит. И еще она зарабатывает деньги, помогая кому-то проектировать американские горки. И это тоже только по ее словам. Я согласна с Бесс. Еще рано вычеркивать ее из списка подозреваемых, Нэнси. Как насчет подсказок? Да, позвони братьям Харди. Они не признаются, но сейчас... Да я уже звонила им. Заняться. До скорого. Hasta la vista. У тебя все получится. Так. Может, ты мне уже прислала? Вот тут что-то должно быть. Трела Джой. Удалось узнать имя? Я все еще работаю над этим. Что ты хотела? Я сообщу вам, если что-нибудь узнаю. Я буду здесь. Опа. Алло. Привет, Нэнси. Мы нашли кое-что о стенографии. Мы... Ну, хорошо. Джесс нашла. Но я помогала. Спасибо, девчонки. Вы лучшие. Иди в гостиницу и проверь почту на своем ноутбуке. Мы послали тебе краткое пособие. Но обещай рассказать нам, о чем говорится в том письме. Обещаю. Еще раз спасибо. Прекрасно. Кажется, мы все это раскатали. Ищи стенография. Прекрасно. Стенографический знак, обозначающий букву «С», похож на небольшую запятую. Этот же знак используется для значения буквы «З». Знак, передающий на письме звук «А», который мы слышим в словах «мама», «дата», выглядит как небольшой кружок. Теперь уже, знаете, два стенографических значка, соединяя их с другом. Так. «С».
Или что значок? А? Что? Ас начинается со звука А. Стосфер заканчивается звуком С снизу. Привет, Вейкер. Так как фонетическая стенография основана на передаче звуков, которые некоторые буквы в словах могут выпадать, если они не произносятся или сливаются с последующими буквами в разу один звук. В слоге «са» нет непроизносимых букв, тоже касается слова «ка». «Кас»? А, нет, слово «ас». Ах. Ёлочки, как «ка». Ну, в таких словах, как «счастье» или «готский», сочетание звук «с» и «с». Готский. Гос. Гот. С. Не знаю, вот всегда у меня проблемы. Это слово произношу, так не пишется. В смысле, не образуются вот эти самые звуки. Типа «с». «С». Все равно произношу. Так, на первом уроке вы учили... Лаки для... случаи, касающихся непроизносимых тех букв, которые в фонетическом письме будут передаваться одним знаком. Ниже задаются слова, которые есть непроизносимые. Напишите под каждым, который выпадает или сливается. L, A, D, S... Так. L. А. Отлично. Это... Лесва. Найс. Тоже кружочек, но он меньше на звук. Ой. Ясно. Хотя нет, тут, наверное, это все везде написано так. Маленький кружочек — это И. Большой кружочек — это А. С — это какая-то С наоборот. Н — это просто... Так, фонетическая стенография обозначается короткой горизонтальной чертой. М — длинная. Как видно из примеров, во время письма следует... Большое внимание уделять размерам символа, чтобы последующая их расшифровка не вызывала трудностей. Фу, так. М, И. С. Не знаю, СА, наверное. Нет? А, стоп. Сан. Ми. Са. Лол, не знаю. Мис. Так. Ми. Мина. Ага. Ну просто оно вылет кого-то. Ладно. На нам. Умно. Буква О — это улыбочка такая. Буква Р — это здоровенная улыбочка. А буква L — это офигенно здоровенная улыбка. Or all. Так. Мо. Мол. С.
О. Ой. Стой. Это определенная буква S. А почему, блин, я О считаю это, если это... Это S и... Сила. Дальше. N и... Нил. О. Следующему уроку. Так. О, это грустно. О. К большая грустная. Г прям мега грусть. Так, кулыгла. Так. К Р. Кро. Кро. К. Р. О. Че нет? Стой. Это... Ой, блин. Кло. Р. Рисная. Опа. Маленький кружочек. И Г. Р. А. Гениально. Не то. Лошадь. Лошадь с карусели звали Глори. Что мы только что решали то же самое. Так. Лошадь с карусели звали Глори. Чувак, который... Тинг, ты об этом знаешь что-нибудь? Здравствуйте, это снова Нэнси Дрю. Что еще вы хотите? Нет, ничего нету. Удачной рыбалки. Да, окей. Конечно, спасибо. Так, ладно, пойдем к Джой. Скажем, что... Мы знаем имя! Как успехи? Я знаю имя лошади, которую вам купила мама. Глори. Глори. Точно, я вспомнила, Глори. Мама подарила мне ее на мой 4-й день рождения. В тот самый день она погибла в автокатастрофе. Это ужасно. Неудивительно, что вы забыли, как любили кататься на карусели. Это напоминало вам о маме. После того, как мама умерла, я стала ненавидеть парк. Я ненавидела карусель, ту лошадь. Я винила ее в маминой смерти. И заставила папу ее уничтожить. Но твой отец не уничтожил Глори, он ее сохранил. Он надеялся, что однажды Майлз... Запоминающее чудо-машина!
поможет тебе примириться с прошлым. И поэтому я загадаю тебе третью, последнюю загадку. Об Амелии с Кеслером читали мы книгу. Спроси Тинка, он знает ответ. Поставь ее прозвище на призраке синим кольцом. Охвати его странную руку и отыщешь оставленный в прошлом любимый предмет. Призрак синим без руки — это в доме. Тинк — оператор карусели в парке. У меня есть его номер, давайте ему позвоним. Нет, Нэнси, я совершила ужасный поступок. Это я отключила аттракцион уже смотря и устроила аварию. Из-за меня закрыли парк. Я винила миссис Сантос в смерти папы точно так, как я винила Глори в том, что мамы больше нет. Я ужасно себя чувствую. Продолжай без меня, Нэнси. Мне надо найти миссис Сантос и извиниться. Так, дом с привидениями. Это я... Нам не зря к тому чуваку можно было подходить. Никак там, а к вон тому. Вон, у него руки нет. Кажется, у синего приза здесь висит красная бирка. Пока я не починю это, бирку лучше не снимать. Ой, нет электричества. Нужно какое-то слово ввести, да? Окей. Извини. Я не хочу сейчас разговаривать. Я очень расстроен. Может быть, потому, что кто-то наговорил про меня гадости. Ой, да успокойся ты, блин, надоел. Еще кому-нибудь позвонить. О, его зовут Антон Буков. Только сейчас поняла. Буков слушает. Здравствуйте, это я, Нэнси Дрю. У меня есть к вам еще один вопрос о Рольфе Кеслере. Для меня это очень важно. Задавайте свой вопрос. Вы случайно не знаете прозвище, которое Кеслер дал своей жене Амелии? Конечно, знаю. По крайней мере, знал. Это было какое-то простое ласковое слово, очень распространенное. Эй, Антон, давай, думай. Птичка. Точно, он всегда ее так называл. Прекрасно. Птичка. Спасибо за информацию. Звоните в любое время. Стоп, птичка. Закрыто. Сейчас, подожди. Я могу это здесь написать? Ой, нет электричества. 2, 3, 4. Да, я могу это там написать. Пока я не починю это, бирку лучше не снимать. Так, а за вот эту всю фигню у нас отвечает, по-моему, Ингрид. Привет, Нэнси. Как дела? Я нашла под каруселью прибор, похожий на дистанционное управление. Я хотела бы на него посмотреть. Интересно. Я туда заглядывала, не понимаю, как я могла не заметить. Можешь отдать его мне? Вообще-то, лучше я оставлю его у себя. Как хочешь. Вы знаете, что у мастера, который создал лошадей для карусели, была мастерская под аттракционом «Дом с привидениями». Как символично. Принимая во внимание веру Кеслера во все сверхъестественное. В последний раз, когда я там была, я слышала какие-то странные звуки. По-моему, они исходили откуда-то снизу. Странно. В последнее время я там часто работаю, но никаких подозрительных звуков не припомню. Значит, либо у тебя слух лучше, чем у меня, либо богаче воображение.
Я обнаружила потайную дверь в доме с привидениями. Это правда? К сожалению, она заперта. Очевидно, ты не веришь в проклятие. Но послушай мой совет. Есть двери, которые никому не следует открывать. На твоем месте я была бы очень осторожна. В доме с привидениями есть призрак, на котором висит красная бирка. У него нет руки. Его можно починить? Рука у меня, в ней нужно было поменять батарейку. Этого призрака сконструировал отец Джой Трент. Может, поэтому он так странно выглядит? Приступи, да. Он заработает, если подсоединить руку. Тебе понадобятся плоскогубцы. И не забудь отнести красную бирку мастеру шпионажа Бишопу. Спасибо за помощь. Да не за что. Хорошо. Мы почти прошли. Нэнси Дрю, пожалуйста, зайди в здание охраны. Да я хотела сначала починить, потом к тебе прийти. Я недолго отлучился по делам, а когда вернулся, нашел на столе этот конверт. Кажется, это тебе. На нем твое имя. Внутри только ключ. Может быть, это ключ от той двери в доме с привидениями? Можешь взять этот конверт, он для тебя. Ты знаешь, я хочу извиниться за то, что накричал на тебя. Чем больше я об этом думаю, тем яснее осознаю, что на твоем месте я бы сделал то же самое. Без обид? Без обид. Пошли починим. Где рука? Вот рука. Кажется, держится достаточно крепко. Пошли снова к охраннику. Вот нельзя было сначала вот это все делать, потом бы позвал меня. Ой. Так, какие-то звуки были, ладно. Привет, Нэнси. Как дела? В подсобке карусели я нашла старое письмо. Его написал Рольфи Кеслер, который вырезал лошадей для карусели. Разговаривай. Ничего, если оно будет у меня. Да, конечно, но я расскажу это миссис Сантос. Посмотрим, что она скажет. Под каруселью я нашла какой-то электронный прибор. Уверена, кто-то включал и выключал по ночам карусель с помощью дистанционного управления. Зачем кому-то это делать? Наверное, ты нашла обыкновенную игрушку, которая выпала из кармана какого-нибудь ребенка. Вы можете включить питание призрака в доме с привидениями? Игрушка вот ребенка выпала, падая за сама. Со всей этой электроникой? Сейчас я его подключу, не беспокойся. Хорошо, справляюсь. У Кеслера была мастерская под домом с привидениями. Мы там столько лажали. Вы там когда-нибудь были? Честно говоря, я о ней даже не слышал. Так вы ничего не знаете о потайной двери в комнате с радиатором? Нет, и никогда не слышал, чтобы об этом говорил кто-то из охранников. Увидимся. Давай. Так, бирку ты отдала? Ты отдала. Закрыто. Еще раз сюда. А вот тут снизу пили что-то. О, какой-то красивый. Серьезно? Ладно, с конца. Да, я не выходила. Ладно. Ставим через верх просто. Нажала, да? Ладно. Стой. Мне нужно сюда что-то надеть. А чтобы мне сюда что-то надеть, мне надо
Так. О, стоп. Могу сделать вот так. И мне дали ключик, он определён отсюда. Что больше ниоткуда. Может, эта лестница ведет в мастерскую Кеслера? И что? Вот спустились мы сюда. И что это сейчас было? Просто спустились и все. Закрыто. Да, я знаю, что закрыто, блин. Открывай. Вот. Ну ладно. Эротумный. Привет. Что случилось? Я думаю, что кто-то украл ту лошадь, а затем подстроил все так, чтобы карусель считали заколдованной. Ведь благодаря этим слухам цена на лошадь на черном рынке выросла. Очень интересно, но есть одно но. Никакие сплетни не могут поднять цену подделки. Эта лошадь не работа Кеслера. Я выяснила, кто купил лошадь с карусели много лет назад. Купленную лошадь заменили, но вор украл не ее. Наверное, я был неправ. Такие мастера, как Кеслер, предпочитали создавать лошадей из древесины американской липы, а вы только что получили крупную партию досок американской липы. Это интересно. Хорошо. Если хочешь, я скажу тебе правду. Я решил попробовать вырезать лошадь, чтобы заменить украденную. Я не хотел никому говорить, пока она не будет готова. Зачем вам несколько хвостов, если вы вырезаете только одну лошадь? Знаешь, Нэнси, у меня много работы. Мне нравится с тобой болтать, но работы меньше не становится. Так что пока моя студия будет закрыта для гостей. Всего хорошего. Спасибо. Выгнал нас. Это не очевидно. Точнее, мне не очевидно. Это не то. Здесь, да? Скаунса, ясно. Их уже дали. Десять кольцо. Thank you.
Где? Сейчас вы прокатитесь на карусели из бухты капитана. Если вам это интересно, то ваша карточка позволит вам покататься еще 3 раза. Веселитесь! Катание скоро начнется. Держитесь крепче. Что, и не забывайте о кольце. Я приближаюсь к кольцу. Внимание! Ладно. Рано. Окей. Ты в больнице? Я упала с карусели. Пыталась достать кольцо, а оно висело слишком далеко. Что ты пыталась сделать? Это долгая история. Ой. Ой, я не могу больше разговаривать. Мне будут делать рентген головы. Наверное, и мне надо приехать туда. Пусть проверят и мою голову. О чем я думала, когда просила тебя строить из себя детектива? Ну, сейчас-то я одумалась. Ты отстранена от дела. Ну, да. Катание скоро начнется. Держитесь крепче. И не забывайте о кольце. Кажется, просто это фигня. Лучше. Я приближаюсь к кольцу. Внимание! Промах. Если промах. И снова кольцо. Есть! Ке. Я не знаю, как нужно тут так упасть с этой лошади. Эх, стой, куда-то ушла. Тут как-то не очень далеко падаешь, по-моему. И скорость низкая. Чтобы голову повредить. Вау. И я на это никак не группировалась. Не группировалась при падении. Серьезно. Есть кольцо. О, Джой, ты на верном пути. Но мы не Джой, ну это, ладно. Это, наверное, Глория. Опа. Я бы сказала, что эта лестница не очень надежна. Найс. Опа. Вот это да! Наверное, это часть украшений, которые спрятали в парке. Наверное, это лучше взять с собой. Да! Why not? Письмо. Скорее всего, его написал отец Джой. Дорогая Джой, надеюсь, что Майлз и его загадки напомнили, как сильно тебе нравилась эта лошадь и как нежно ты любила женщину, которая подарила ее тебе. Несколько лет назад я нашел ее фотографию, но не хотел тебе показывать, пока ты была не готова. Она любила тебя больше всего на свете. Мы любили тебя, папа. Если ты хочешь увидеть, где была сделана Глория, поищи на стене знак Кеслера. Я никогда не мог долго там находиться. В том помещении царит очень мрачная атмосфера. Окей. Тут больше ничего? Ладно. Значит, это и была мастерская Кеслера. Кто-то делает копии карусельных лошадей. Нет, не копии, а подделки. Это молодой веселый. Да. Так, комп. Хвосты. Лошади плохо. Думаю, это и есть лошадь, которую украли. Наверное, да. Так, темная лошадка Синес. К старому подозрению. Так, 2 июня. Тема 2 покупателя. Уже есть 2 потенциальных покупателя. Они узнали о похищениях с телевизионных новостей и клюнули. На что мы и рассчитывали. Чем скорее не получат лошадь, тем лучше. Как ты сделаешь 2 лошадей? Ответ на письмо. Ну так, сделка 40% тебе, 60 мне. Это меня устроит. Обдумай, сколько времени тебя займет на поиск покупателей.
3 недели слишком долго, от 3 до 5 недель слишком большой срок. Эти эвакуатели быстро почувствуют неладное. Чем дольше они будут ждать, тем больше будут нас подозревать, работай быстрее. Еще пару недель, это занимает больше времени, чем я думал, я не успею сделать и отправить первую лошадь за 3 недели, вторая будет готова недель через 5. Уже есть 2 постоянных покупателя, так, ага. Найс. Нэнси, 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 что ты наделала? Это не я наделала, а вы. Вы украли лошадь, подстроили все так, чтобы люди считали карусель заколдованной, а теперь еще подделываете лошадей и карусели. Ты так думаешь? Все считают, что вы любитель отставать от графика, но на самом деле у вас просто есть другая работа. Ты абсолютно права. К сожалению, кроме тебя этого больше никто не узнает. Об этом я позабочусь. Подождите, смотрите, что у меня есть. Бриллианты, настоящие. Их украли 23 года назад. Так купиться, что ли, хочешь? И спрятали в парке. Ты нашла их очень кстати. Точно. Хотите их получить? Держите. Оу! Нужно выбираться отсюда. Нужно выбираться отсюда. Ты в ловушке, Нэнси. Дай мне мышку. Моя песенка спета. Эллиот, как только я выберусь отсюда, я позвоню в полицию. Можете не строить планы на вечер и на следующие 10 лет. Дорогой Нэт, я смогла поймать преступника. Эллиот угодил в ловушку. Я открыла входную дверь и попросила Харлана позвонить в полицию. Эллиот сознался в краже лошади с карусели и в том, что он подложил под карусель прибор дистанционного управления. Он рассчитывал на то, что из-за слухов о заколдованной карусели его подделки вырастут в цене. Не стоит и говорить, что его дружеское обращение со мной сошло на нет. А Харлан, наоборот, меня обожает. Ведь он не только разделил славу поимки преступника, но и получил 3 предложения о работе. Правда, он решил остаться в парке Бухта Капитана у Полы в знак признательности. Хотя теперь ему больше не нужно бояться своего прошлого. Ингрид высказала предположение, что поведение Эллиота имеет вполне определенное причины, а именно недостаток в организме какого-то минерала, название которого я не могу произнести. Джой получила фотографию своей мамы. Наверное, даже в детстве она не была так счастлива. Изобретение Майлза – это лучшее, что мог придумать ее отец. Когда я пришла в парк, чтобы попрощаться, кабинет Джой был пуст. Она каталась на карусели. Люблю тебя, Нэнси. Нам какие-то сейчас звания. Эдди, поздравляем, вы раскрыли дело под названием «Заколдованная карусель». На основании вашего стиля ведения расследования мы решили наградить вас званием. Почетная грамота вручается разгадыванию загадок с минимальными усилиями. Любимец Фортуна. Окей. Найс. Конец. Конец. Нас сейчас нет дома, поэтому, пожалуйста, оставьте сообщение, и мы перезвоним вам. Привет, Бет. Привет, Джесс. В общем, подруги, благодаря вам, тизер. Я прямо сейчас улетаю отдыхать на северо-запад Тихого океана. Джесс, я только что поговорила с твоей подругой и биологом. Она пригласила меня к себе и даже пообещала устроить морскую прогулку на своей яхте. Отдых мне действительно не помешает, так что спасибо. Теперь я смогу побездельничать целую неделю в тишине и покое. Думаю, это будет здорово. Пока. Нэнси Дрю спокойно отдыхает? Как бы не так. Туманы острова лжи. Так, туманы острова лжи. Скоро. Мы в него не играли? Мы в него не играли, я думаю. Так, сейчас мы прошли ее. Так, я тут сворачиваюсь, потому что нужно делать так, постой. Ой, закрою ее, кстати, заодно. Так. Туманы острова лжи. Секунду. Это... Я не стоял. Да-да-да. Ага. Спасибо. Да, следующее — это «Туманы острова лжи».
Девятая часть я себе запишу. Чтобы знать, что мы будем играть в следующий раз, когда не будем знать, во что сыграть. Ну или просто, когда будет время. Так. Туманы. Острова. Же. Заколдованную карусель мы... Ладно, мне пора, пока. Давай, я тоже сейчас заканчиваю уже. Спасибо за то, что пришел. А, да, и пока я тут еще это все заканчиваю, сделаю чатик. Напоминаю вам то, что это как комьюнити лид, я тут должна немножко поторговать всякими вещами. Конечно же, порекламировать. У нас там есть немножко крутого мерчендайза. Сегодня я как раз пойду отправлять первую часть. Кто заказывал, кто просил. Не помню, сколько у меня там, 6 посылок, по-моему. Плюс еще у меня там 2 человека висят, ну, и задали вопрос. Но мне так пока не ответили. Один человек как-то завис на моменте с оплатой. В плане, он сказал там, удобнее на карту, я скинул номер карты, и как-то все еще не читает сообщение. И там еще другая девушка спросила, доставляю... Есть ли доставка во Францию? Да. Поэтому можете, если хотите футболку, пока еще есть все размеры. Да, пока еще есть все размеры. Думаю, я на розыгрыш, наверное, XL отдам. Не знаю. Или S-ку. Посмотрим. Наверное, S-ку лучше оставить. S-ки, я думаю, не будет пользоваться популярностью. Еще есть куча крутых пинов. Они прямо очень крутые. Прям вообще нереально офигенные, классные. Металлические, очень крутые. Сколько-то они там? 2 его... Ну, короче, 2 на 3 сантиметра примерно. Очень-очень классные. Если хотите их... Если хотите или... Там, не знаю, ваши знакомые хотят. Можете сказать, чтобы прямо сейчас написали... В Дискорде, в Твиттере сборной, ну, в Дискорде мне написать, в Твиттере сборной туда в ЛС, ВКонтакте в сообщениях, в Инстаграме, в Директ можно написать везде. И стать обладателем суперкрутого мерча от сборной России, который отправится уже сегодня. Либо придется летать до следующей недели этим людям. И там еще также проходит этот самый... Розыгрыш. Проходит розыгрыш. Футболки. Проходит розыгрыш краспина 4 числа. Будут результаты. Еще проходит супер крутой конкурс рисунков. Участвуйте сами, зовите друзей, участвуйте. Все такое. 10 миллиардов вкладок. Самое, как обычно, все, по-моему, оно у меня вот так тоже. Может и нет. Да, наверное, так. Все правильно. Просто так напоминаю. И все это можно найти. А мне нужно придумать, кому вас послал. Ой, я Outbreak. Вы пойдете к нашему замечательному тренеру. Давайте всем пока. Увидимся завтра. Наверное, завтра увидимся на консоли. Давайте. Всем пока. Всем спасибо, что были.